Я 10 арен насчитал вот с этими, со зрителями там, с комментаторами. Там еще много. Не, ну есть... Да, спортивные залы, типа... Там есть, типа, под крышей, под навесом, как бы, но на улице, но под навесом. На камере слева топ, справа CM Punk. CM Punk за Льюиса, топ за Мохаммеда Али. Оба это аутсайд файтеры. Такой у них стиль, держится на дистанции. Используют прямые удары, джеб, стрейт. Наиболее крутые удары за этих боксеров. У Льюиса чуть длиннее руки, и он чуть выше Али. То есть, теоретически можно использовать преимущество в рендже, но оно незначительное. Greatest of all time. Льюис доминировал heavyweight дивизион под конец 90-х. Перед тем, как передать эстафету братьям Кличко. Широко расходятся, сходятся. Правый прямой попадает Али. Ой-ой-ой. Да, случайно нажимают старт, но мы что-то не штрафуем никого. Тут может любой из игроков отжать. Главное, чтобы противник был готов продолжить. Тогда отжимают, продолжают. Двойка от Али снова работает хорошо. Пампинг джеб такой. Правый прямой чисто заходит. Ну, не прямой, но правый. От Льюиса. Флэрт стрейт он называется в игре. Размен ударами. Примерно одинаково сейчас. Правый апперкот хорошо заходит по Али. Чисто пропускает правый. CM Punk. Правый хук такой размашистый вошел. By Mahal.
плюс размены сейчас. Продолжает попадать. Тут вот в том и сложность, что найти именно момент по таймингу, когда бить. И там остается просто вовремя кнопки нажать. А дальше смотришь кинцо, как говорится. Всего 1% рекавери, стамины у Льюиса. У Али вообще 0. 88-90. Даже не знаю, вроде в корпус никто не бил. Наверное, много ударов со степа было, со скачка. Get that medicine in there, keep your fighter from getting excited. And then you need a fighter who's going to get on his reels a little bit, give the medicine a chance to work. Пытается засунуть апперкот из-под руки. Неудачно. Какой у Льюиса показатель скорости, я вообще не помню. Ну, за 90 это точно какое-то число. В любом случае, у Али быстрее скорость. Двойка чисто от Али. Пытается отвечать апперкотами, не те удары, не в той ситуации, которые стоит делать. Попал, но пропустил больше в ответ. В это же самое время Льюис. Ух ты! Запихивает просто туда миллион джебов. Но и они могут очки принести, если ты потом не пропустишь. Можно джебами очки набрать. Какой-то высокий темп в этом бою. Могут и устать. Двойка опять от Али, еще левый хук. Правый попал. Видно вообще, как преимущество в росте у Льюиса. Пытается что-то приземлить. Да, вот сейчас удачно. Почти на 10% уже преимущество по стамине у Али. Стал меньше на 10%. И у нас какой третий раунд пошел. Такими темпами у Льюиса стамина кончится раунду к седьмому. Пять ударов на скачке, апперкоты снизу. Но получает в ответ прямые удары Льюис. Так что эти атаки нейтрализуются пока.
быстрая двойка и еще апперкот. Дали. Держится аккуратно на расстоянии. Заставляет Льюиса играть роль такого рашдаун-файтера. Хотя они оба аутсайд-файтеры. Чистая двойка. Плохо. Апперкоты слишком медленные. Особенно, когда ты лидирующий удар, то есть первый удар, у тебя апперкот за этот момент. Пока он долетит, в тебя Али может на своей скорости двойку в это же самое время успеть приземлить, пока его апперкот долетит. Чисто правый прошел, но в ответ все равно пропустил. Курьер пиццу принес тут, пока тут третий раунд между делом. Нужно подубрать вот эти многочисленные удары на скачке. Я понимаю, что он просто жмет вперед и одновременно удар. И непроизвольно выходит удар на скачке. Но это все сказывается на стамине. Нужно более аккуратно за этим следить. То есть это нужно иногда делать, но смотреть, чтобы случайно это не выходило. Что слишком много промахов вот такими ударами на скачке. Ожидаемо первые три раунда за Али по очкам. Чистая опять двойка. Джеб правый прямой у Али по параметрам. Джеб 20, стрейт 20. То есть это его лучшая комбинация, по сути, двойка. Много панишмента потерпел сейчас Льюис. Не знает, как поступиться к Али, пока у нас CM Punk. Стол надо? Не может пока найти никакого грамотного способа приземлить какой-либо стоящий удар Льюис по Али. Ну вот правый в размене, опять же, но проходит. Mm-hmm.
look at the size of Lennox, but the pride, that legacy you talked about, he brings that into the ring. That makes him strong. Look at that combination by Muhammad Ali. Ali's combination that was landed moments ago is a one of those examples of what every trainer would really like to have, and that's a fighter. Грамотно так поднырнул под ударом, но в ответочку не успел. Hopes he has a guy with good timing, because timing can negate speed. Но то, что это комментаторы подсказывают, что преимущество скорости можно нейтрализовать использованием ударов по таймингу. Это значит, что ты смотришь на противника, запоминаешь примерно моменты, когда он кидает удары, и на предикт как бы кидаешь удар навстречу. Вот это имеется в виду удары по таймингу. Не успел посмотреть по стамине, что там. 66 у Льюиса, значит, да. 80 у Али. Я сейчас пока не буду. Потом. People under pressure in all walks of life, you know, in the ring, especially you see it right away. You kind of peek at it right away. It's obvious. Maybe he doesn't want to see what he has to see. Продолжает наказывать любые попытки, особенно такие кривые попытки засетапить какой-то удар. Просто натыкается на встречные удары, на встречные двойки от Али. Time to work here in round number five. Minute and a half to go. He tried to nab him up top, but was unable to connect. На скачке от Али правый прямой. Два удара подряд приземлил Льюис. Так вихать, конечно, удары тоже не стоит. Lennox Lewis is not firing off the big power punches. I gotta wonder why. Sometimes a guy is making a solid agreement in his mind that maybe if I don't hit him. Попытался сделать хук не в той ситуации. Наказан опять прямыми. Анимации в игре не хватает, в принципе. Имею в виду там нокдауна анимации. Можно было бы больше сделать. This is the kind of fight that just takes on a personality of its own. This is an all-out war. Yeah, this is kind of like watching a guy who's not on a budget. You know, he's spending with both hands. You know, when he goes home, he's going to have no money in his pockets. And when this fight is over, двойка. Хоть пропустил ответ немного, Али там совсем незначительно. That's a forceful two-punch combo by Muhammad Ali. Тоже Али уже бьет по таймингу. Примерно представляет, когда противник начинает выбрасывать удары, и в это же самое время, чуть-чуть раньше, делает свою комбинацию. Но если Льюис продолжит получать такой панишмент, то
Хелс-то у него полоска все меньше и меньше. О, чистый апперкот там еще какой-то от Льюиса проходит удачно. Но этого мало. Upstairs to stay away from that offensive assault. Lennox Lewis hook at Lewis on левый. Lennox Lewis's inability to get away from his opponent's left hand is so evident. And it's going to stay that way if he doesn't change something. He needs to move the other direction, away from that punch. Ali's getting himself into the mix now. Али более уверенно высчитывает дистанцию. Как бы не то, что заставляет проваливаться, а Льюис сам проваливается. И часто получает наказание. Али уже, видимо, догоняет по стамине Льюиса, что если никто, они друг друга если не уронят, может такая ситуация быть, что они оба устанут. Ну, правда, я думаю, тогда Али все равно продолжит зарабатывать очки удачно. Навстречу двойка чистая. Правый залетел. Но опять же, недостаточно пока что переломить раунд в свою пользу. Входит в размен. Сейчас вот Льюис выиграл этот предыдущий размен. Но следующий опять чуть больше наполучал. Встречный попадает от Али. Хелс ползет все меньше и меньше. Хелс у Льюиса сейчас уже дело пахнет нокдауном.
shows you what's great about human beings. I mean, you push somebody, in this case two men, to the brink, to a dark place, and they find a way. They light a candle, they light a torch, they find some way to get to the light. They're both looking for it now. And that's the end of round seven. Slug it out with this guy, all right? Keep your range. Jab, jab, right, okay? Долго устает. Way to pick his jabs. He throws a jab. All that hard work in training camp is now paying off. Just все раунды безоговорочно по очкам лидирует топ. Well, right now he's not hitting his trainer like he was a few weeks ago. You know, a few weeks ago when we talked to him before the fight, you know, he was saying about how he was being made to run on the beach, made to run those hills. Well, right now he's kind of happy he did that work. That's a fierce left hand that lands. Ну, втыкается опять на встречные удары Льюис. ХП все меньше и меньше. Правый прямой. Флэш просто. Расстрел. Даже уже левый хук пробует приземлять Али. Редкий удар от него. Ну да. Первый нокдаун. Полоска ХП настолько маленькая, что уже, скорее всего, будет нокаут. Второй стан и нокдаун. Второй раз еще можно встать. На этом этапе уже надо бороться, чтобы просто дожить до конца матча. 55 секунд, это еще довольно долго держаться. Жесткий нокдаун, третий. Победа нокаутом, Мохаммед Али, топ. Щелкай там, Антоха, сейчас эти статистику посмотрим. Так, по раундам все преимущества за Али. And the business component is, yeah, you got to win, but you want to win spectacularly. You want to get people interested, excited. He just did that. For Chetty Atlas, I'm Joe Tessitore. That does it ringside. We'll see you next time. На первый еще поставь. Три пауэрпанча от Али на этот раз. Три из трех попало в цель.